Донецкая Народная Республика намерена продолжать поиск компромисса по политическому регулированию и проведению выборов в Донбассе. Об этом в субботу заявил глава делегации ДНР на переговорах контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Денис Пушилин. Учитывая достаточно слабый результат встречи нормандской четверки, поле для деятельности остается прежним. Это попытки найти компромисс по вопросам политической подгруппы, в первую очередь по выборам, приводят его слова Донецкое агентство новостей. Пушилин отметил, что как только ситуация в этом вопросе прояснится, тогда открывается возможность перейти к конституционной реформе при участии Донбасса. Пока же с нами ничего не согласовано, и та работа, которая была проведена со стороны Украины, она не имеет никакого отношения к выполнению Минских соглашений в плане Конституции, указал он. Следующий раунд переговоров в Минске начнется с заседания политической подгруппы 9 марта 2016 года. На 10 марта запланирована встреча контактной группы.